Капля, о чем будет сейчас ролик? Скажи. Ну, о чем будет ролик? Могу начинать. Ворона молчит, голубь перенял эстафету. Дуня, тихо! Дорогие друзья, вы смотрите нас из нашей необъятной родины. Вы смотрите нас из других стран и даже из других континентов. Так сказать, на каждом континенте у нас есть приятели, друзья, знакомые, которые поддерживают нас, которых поддерживаем мы. Они спрашивают советов, как поступить в той или иной ситуации с животным, и мы спрашиваем совета, и вы нам советуете, подсказываете, как сделать правильнее. Думал ли я, что раньше, что у меня будет столько друзей, не просто в моей стране, где я живу, а просто по всему миру. Это действительно приятно. Приятно знать вас, мудрых и умных людей, которые подскажут в трудную ситуацию, как поступить с тем или иным животным, как правильнее накормить, потому что я знаю не все. Да, литература помогает, интернет помогает, но нельзя знать все. И поэтому благодаря вам я черпаю новые знания, черпаю вдохновение для своих роликов. Вот бывает, вы напишите: «Ох, пришел с работы, усталый или уставший. Включил ваше видео, увидел вон довольную ворону Каплю. И жизнь хороша, и вроде бы все прекрасно». Вот так и я, дорогие друзья. В суете, в повседневной суете, с этими уборками за животными, круглосуточными уборками, да, за животными и всем вот этим, порой думаешь, ну, не, может и не делать сегодня ролик, вроде и сил нету. Но вот прочитаешь такие слова вдохновения от вас, и все, и пошел дальше снимать красотку Каплю или других наших животных, собак, кошек. Друзья, как вы пишете, что мы вдохновляем вас всей нашей пернатой пушистой компанией, так и вы вдохновляете меня на создание видео. Ну а теперь самое главное, дорогие друзья. Я хочу выразить вам огромную благодарность. Вы присылаете денежные вознаграждения для того, чтобы животные покушали, для того, чтобы купили игрушки для животных, клетки для животных и так далее. Кто-то просто говорит на благо канала. Пусть выходит новый контент для развития канала. И хорошо, когда вы подписываете, от кого это. Но бывает и приходят безымянные подарочки. Да, серьезно, бывает просто вот начислено, а от кого нету. Я попрошу вас, если вы решили сделать подарок для нас, неважно, денежный или отправить посылочку, пожалуйста, всегда найдите время и свяжитесь с нами. У нас есть электронная почта, у нас есть страница ВКонтакте, Голубь Райс. Напишите хоть пару слов о себе, что для кого вы переводите, и очень приятно будет. Потому что, ну, когда вот безымянно получаешь, отдачи нету. Мне важно каждому лично высказать благодарность, дорогие друзья. Ворона аж заснула. Я бесконечно благодарен вам за помощь. Очень приятно. Кто-то отправляет и хочет, чтобы лоток новый у кошки появился, кто-то на клетку. Иногда я говорю: ребята, все есть, все нормально. Ну, тогда вы говорите, что ну ладно, пусть на вкусняшки, например, купите, раз вы перевели кошек на супер премиум корм, пусть накупите им много корма собакам, на кости. Кто-то отправляет собаке Марти на кости, кто-то часто балует ворону Каплю, кто-то на зерно Гулька, а кто-то очень обожает рыжего пса и других кошек и заботится о них. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Мне и сотни роликов не хватит, чтобы вас всех отблагодарить. Спасибо огромное. Очень приятно. Очень приятно, что я знаю,
вас, вас много, и вы находитесь не только в моей стране, а по всему миру. Думал ли я хоть когда-то, что так будет, что я буду переписываться с людьми буквально там с Антарктиды, ну я так условно говорю, ну просто со всего мира, из стран, в которых я никогда не бывал, и надеюсь, что обязательно буду там. Потому что вы зовете в гости, вы говорите, давай, приезжай, давай, все нормально, покажу свои обычаи, покажу свою кухню, познакомлю с нашим крокодилом Васей, там еще что-то. Это здорово, это действительно приятно. Спасибо вам, дорогие друзья, бесконечное спасибо, слов их не хватит, просто спасибо. Дорогие друзья, ну а теперь самое главное. Я хочу, чтобы вы всегда были уверены, что ваши презенты и подарочки на развитие и поддержку канала, на вкусняшки для животных, чтобы вы всегда были уверены, что все это нам приходит. Поэтому, вот посмотрите вот сюда. Это пост на моей странице ВКонтакте. Он будет закреплен в самом верху, наверху, на стене. И там будут платежи от вас. Конечно, не беспокойтесь, я не буду раскрывать ваших имен и фамилии. Я буду писать либо ники, либо просто имя. Например, Ирина Сергеевна перевела такую-то сумму. Анатолий Юрьевич перевел такую сумму. Или там какой-нибудь злой воробей перевел столько-то. Никаких фамилий не переживайте, о вас никто не узнает. Дорогие друзья, этот закрепленный пост – благодарность всем вам. Я надеюсь, вы не против такого решения, но если не всегда получается высказать благодарность каждому, ввиду того, что вы некоторые из вас редиски и переводят средства инкогнито. Все-таки, ну связывайтесь, пожалуйста, связывайтесь. Неужели трудно? Напишите на почту, ВКонтакте. Ну, пожалуйста, это очень важно. В общем, этот пост будет на стене ВКонтакте. Смотрите на него, он будет постоянно дополняться, и вы будете видеть себя в списке. Даже если вы не зарегистрированы ВКонтакте, ничего страшного, у меня там полностью открытая страница, вы можете заходить и лицезреть. Спасибо вам огромное, друзья. Я сегодня спасибо сказал, мне кажется, больше, чем за все ролики, которые были на нашем канале. Ну, пусть все будет хорошо. Ну и напоследок, конечно, вот как вы говорите, что канал вдохновляет на жизнь, на хорошие поступки. А меня вдохновляете вы на то, чтобы делать раз за разом новые и новые видео. Все будет хорошо. Спасибо, дорогие друзья. Пока. Не забудьте про пост в социальной сети и контакт. Ссылочка будет, все будет. И ищите себя в списке. Начинаем с этого дня. Пока. О! Дуня хорошо закончила. Пока-пока.